Забрели мы с Леночкой на выставку камней. Ну, вернее, не камней, а уже украшений. О, какие. Я, девочки, не знаю, какие это камни. Ну, какие-то разноцветные. А находится в синема-парке на втором этаже. Ой, какие сережки красивые. А вот эти вот, вот палочки. Ой, вот, вот эти вот я сейчас покажу. Я видела, делает Ирина Хинделаев, ее муж Саши делает такие-то, как-то они называются, как-то энергия планет. Обалденные здесь рубины, походу, и вот то, что рубины здесь, это точно изумруд и гранат, походу, вот такая композиция. Здесь, наверное, тоже рубины. Какие броши. Броши из рубинов. О, слоник. Цену что-то не вижу. Цену. А, ну, где-то 8-9 тысяч. Браслет изумруд 8430. Тут сапфиры. Изумруды. Вот это же рубинчики. Скажите, а серьги отдельно продаются? Угу, спасибо. Тут мужское. На солнце они будут вообще разные. И только под свет падает. Так, ой, топал, это их есть. Нет, я за.
Сашенька, ионизация, поэтому они... Ой, кажется, не кольца. Как мне вот, говорю, так, здесь вот такого плана кольца не нравится. Шикарно, ты сказала, да? Слушай, оба это можно было бы только в понедельник брать, когда получка. Только 15-го будет получка. Что это же? Я не помню. На кольцо я уже точно не потяну. Это уже сильно, да, на кольцо я уже точно не потяну. Нет, я. Сейчас сравните. Эти по стеклам совсем маленькие. Это капельное серебро. Я еще подумаю, пока буду ехать. Здесь, видимо, капельное серебро с жемчугом, еще с чем-то. Часы даже есть. Где у меня Лена? О, цепи, браслеты. Какие огромные каменья. Марина. Аметисты. Если с таким расчетом, то вы тогда ничего не выберете, да? Потому что лишь бы ажды что-то купить, это не есть хорошо. Лишь бы ажды, вы поэтому... Да, да. Все жемчуг. Нужно, чтобы вам понравилось, так, чтобы что-то купить. Естественно, чтобы купить, не понравилось. Конечно. Мне вот понравился розовый, ну, такой, вот там серьги не могу подобрать. Кольцо понравилось, серьги не могу подобрать. А вот типа у вас нет? Это коралл. Нет, как у вас там? Нет, это морковая гадость. Вы же как вы снимаете, вы спрашиваете, пожалуйста, потому что у нас везде разрешение. Понятно, спасибо. Не будем вас снимать. Это
Это соколов, да? Да. Это сапфиры, а это топазы. Это гранат. Сейчас скидки минус 50%. 50-30, я смотрю, что есть. Коралл. Такой нарядненький. Такой даже как... Такой вкусненький, я бы сказала. Ну, вот это, наверное, не бирюза, это надо у Лены спросить. Что там? Это походу янтарь. А вообще я не знаю, девочки. Смотрите сами. Может это и не янтарь. Это кварц, полосатый кварц. Аквамарин. Лунный камень. Нюшка. Ой, какая красота. Кто мне говорил, что никто ничего не будет покупать? Надо. Это мне надо. Что купила? Спасибо. Это коралл? Кораллы, рис и шарики. Ты что-то сделать хочешь? Ой, дичь какая-то, просто дичь. Ну, есть, Лариса. Ну, ты на нее посмотри, они это, ага, даже не знают, что такое реклама. Они дайте, просто... говорит, сюда телефон. Ага. Я думаю, что, почему это и выхватывают у меня. Ну, совсем. Ой, слава Богу. Позитивная вы наша. Смотри, какой сердолик шикарный. Девочки, сердолик просто шикарнейший. Бегом сюда все. А до какого будет выставка? Завтра. До вчера. До вчера. Да, завтра последний день. Смотри, грамматики какие красивые. Вот это все колье. Вот. Это ручная работа. Вот это все ручное изделие. Оксан, что посмотрела? Ничего. Почему? Да, вот шарик. Все а вот это что такое? А вот еще же есть. Да, шарик. Да, это да, кстати, разноцветные. Это да, небольшие. Да, они как косточки. Как кахалум. Я не более не понимаю. Большая работа. Я знаю, он этих там известный. А вот такие вот... Вот это знаю, что не 30 вот это вот с одним шариком, а вот с большим шаром вот такая шкафа. Это стоит уже 3-430.
Вот эти хорошенькие вот тоже 1090. У меня есть такие. Вот бочонки. На шары вот эти прям они отборные. Вот это месяц. Это ленточки. Аквамарин. Это кварц. Аквамарин вот там. Тонированный под кварц. Да. Под аквамарин. А натуральный вот там под стеклом. Да, вот я еще проходила, там сказала, что это. Пойду посмотрю. С включениями природными вот такой вот аквамаринчик, он подешевле. Там вот подороже под стеклом, вот эти подешевле, два браслетика. Ой. Можно я посмотрю? Да, пожалуйста, давайте я вам сниму. Я просто полюбопытствую. Снимайте. Видите, там смотрите, природное включение, вот неочищенный такой, поэтому ценник тут у него две чего-то. Сколько? 290. Красивый. Видите, уже все дороже. А это вот прямо вот прям эксклюзив, эксклюзив. Зеленый с голубым, прям чистый, отборный. Ну вот этот вот вообще, ну, за ценник, у него 17 тысяч. Вообще шикарно. Прям вот, вот такие редко бывают вообще. Ты его поворачивала, или чтобы он сверкал? Аквамарин. Зеленый с голубым. Чистота, прозрачность, огранка там. Вот этот подешевле. 2000. Да, это подешевле. Здесь включение, видите, здесь природное. Это тоже красиво. Неочищенный, так скажем. Натуральный. Ну, совсем натуральный, да? Оксан, смотри какой. Я уже посмотрела, красота. Одень на руку, я упрям. Вы из Новосибирска? Да. Здорово, да? Взять, скажи. Переделать. Там, ну, такая нежнейшая. Выставка. Ну, по городам по-разному. Вообще есть там Сумы, Гуми, там... Ну, там отделы, но там нет такого разнообразия, как у нас. Там просто небольшие отделчики. А, вы в ДК железнодорожников приезжали раньше, да? Да. Да? Вот я у вас брала бусы из розового кварца. Они мне прямо в лед ушли. Я их переделала, сделала из них два украшения с жемчугом. Прямо в лед ушли. Такие были плоские бусы. Вот я у вас покупала, да. Я потому что вот вашу эту примерно запомнила, стол ваш, что у вас бусы только. Это тоже кварц, да? Да, это тоже розовый кварц. Угу. Вот это под аметист, да? Это аметист. Аметист или под... Нет, это натуральный аметист. Вот это вот аметринчики, видите, шарики аметрина здесь. Аметист с цитрином, два камня срастаются, вот сиренево-желтоватый такой цвет получается. О, боже. Красиво как. Это кто, янтарь? Янтарь. Желтенький он тебе, да? Нет, вот желуди. Как скоро вы сделали. А, вот эти желуди. И мухи. Мухи? А, вот. Точно. Или пчелы. Осы, пчелы. Красивые комплекты. Необычно, да? Мне вот такое нравится. Вот куда я тоже вот это? Вот эти кольца? Нет, не кольца, вот эти вот в квадратиках, видишь? Пирамидки? Пирамидки. А в квадратиках, в треугольничках.
Ну да. Смотри, под булгари. Видишь? Здесь так. Тиффани. Это тебе не хухры-мухры. Керамика. Это, видимо, эмаль, керамика. Керамика, да. Метист, топаз, цитрон, турмалин, саварит. Все вот в этой штуке соединилось. Какой-то объемный такой, да? Ну, здесь-то вот вообще. А, я это уже показывала. Лена, вон стоит. Ну что, тебя не побили? Возила там в другую страну, дарила. Думаю, ну все, ну хватит. А вы где же? Я уже больше не верю. Стоп. Но все. Не удержаться. Если вы это любите, все, удержаться невозможно. Много у меня это. Сколько нам надо, да? Красоты этой. Ну, в общем-то, везде дали поснимать, кроме единственного стола, где Ларису там. Меня чуть не побили. Со скандалом. Все с удовольствием женщины. Ну вот, не знаю почему. Так вот. Авторская работа. А вдруг вы их повторите? Конечно. Вот женщины, видите, в белой кофточке. Да. Везде. То есть мы на выставке часто приходим и везде разрешаются с удовольствием даже, потому что мы ничего плохого не делаем, ничего красить не собираемся, с удовольствием разрешают снимать, потому что, ну, есть же люди, кто не знает даже об этой выставке. Они, конечно, завтра придут и купят. И продавцы об этом знают. Но, видимо, это не в теме. Она говорит, что так мы же уедем завтра. Они завтра заканчивают? Да. Ой, хорошо, что мы сегодня пришли посмотреть. Хорошо, что мы пришли. Я не посмотрела эту красоту. А еще ли там наверх можно подняться или вниз? Там вниз уже. Нет, все, это все. Все? Что будет тогда? Кинотеатры? Кинотеатры. Это они тут арендуют, видимо. Да, не за что. Короче, выставка закончилась, да? Спасибо, до завтра. Спасибо. Мы на лифте.